стою, смотрю на светик. Привет, мои любимые, добрый, прекрасный вечер. Ну чё, пришла я в регистратуру к зубному, сделала все. Давай, шандарах! Вот, взяла талончик, пошла, написала, что я согласная. Там с чем-то подписала, расписалась, сидела в очереди, сидела, плюнула и ушла. Да отошли они нафиг, не могу уже, правда. Какой-то этот, как говорят арабы, масахра чистой воды. Болит? Не болит, мешает? Нифига не мешает. Потом схожу, может, в платную. Вот. Они классные и помогали мне, и зуб мне вырывали, когда очень так болело и очень срочно надо. А так сделать можно, пойти без очереди в стоматологическую, в любую, в платную. Так что вот так вот. О, красавчики какие тут. Кадеты. Тут же у нас кадетские в Питере. Эти училища или как они. И вот сейчас пешком иду. Не стала ни такси вызывать. Ничего, думаю, прогуляюсь. Как от них пахнет елочками и дешевым шампунем. Таким натуральным. Ну, мне холодно, кстати, ногам. Потому что эти в тоненькой пижаме. Я ж думала, на такси поеду туда и обратно. Так что я осталась и без вылеченных зубов, и без такси. Иду опять ною. Все как всегда. Все замечательно. А почему нельзя так? Легла спать. Проснулась. А у тебя все зубки в порядке. О, может быть, отсюда елочкой пахло. Не знаю. Проснулась, а у тебя все зубки до одного в порядке. Ничего не болит, ничего не мешает. И можешь спокойно кушать. Свободно. Значит, мы еще не доросли до такого. Смотрим вот на сладости, на макароны, на оливки, на мяско, на инжир. На алкоголь хоть не смотрим. И то, слава богу, три товара по цене двух. Не надо, спасибо. Не надо нам ваши товары по цене двух. Три в одну. Ой, три в двух. Красиво так вообще, а я иду болтаю. Надо бы помолчать и полюбоваться этой красотой. Но говорение происходит. Что это? Премиум оружейная компания. Бласер. Или что это? Блейсер. Блейсер. Да не важно. Какой-то блесир. Или блазир. О, вот как тут переходить? На мороженое. Как-нибудь перейдем. По клеточкам, как говорил папа Юлькин. Она у него спросила, когда маленькая была: папа, научи меня рисовать. Как нарисовать лицо человеку? Он ей говорит: дочь, по клеточкам. И у нее на всю жизнь это осталось в памяти. Вот здесь как бывает. Я знаю, все проходит, и эта боль пройдет. Куда я иду? Может, вообще уже город поменялся. А я иду и иду домой. Красивая какая елочка. Блин, надо покурить. Мне врачиха сказала: бросайте курить! Я говорю: слушаю и повинуюсь, моя госпожа. Где моя сигарета? Блин, в рюкзаке, не хочу снимать. Вот, бросила. Сколько я уже? Час, наверное, не курила. Пока в поликлинике, пока в такси, пока так и так. Так что вот бросаю, потом начинаю, потом опять бросаю. Я говорю: так я не курю сигареты, курю электронку. Она говорит: так бросайте.
Так я бросил куда-то в рюкзак и забыла. Ой, хорошо. Как классно на улице. Девушки прекрасные ходят, пары. И очень прекрасные. И очень-очень замечательные. И мужчины очаровательные. Мужчина или женщина с пакетиком в руках. Да что там у него продается, вообще даже не знаю. Столовая, что ли? Да, столовая Бригантина. Ничего себе, Бригантина. Пойти поесть. Так я боюсь есть, как у меня будет этот мой зуб себя вести, который отломился. Стало уже страдать. Все хорошо.